Подразделение «Альфа» вылетело в лесную зону, расположенную на северо-западе Ракун-Сити. Мы искали вертолет наших коллег из подразделения «Браво», который исчез в ходе операции. Крис, ты нашел их? Пока не нашел. Некоторое время назад в Ракун-Сити начали происходить странные убийства. В сообщениях говорится, что жители подверглись нападению группы из примерно 10 человек. Жертвы, по всей видимости, были съедены. Подразделение «Браво» отправилось на поиски банды и не вернулось. Крис, смотри! Это был вертолет подразделения «Браво». Он был пуст. Но что странно, почти все оборудование осталось на месте. Вскоре стало понятно, почему. Эй, идите сюда! Беги к тому дому! Что это? Вау! Ну и особняк. Капитан Вескер, где Крис? Стой! Не открывай эту дверь! А как же Крис? Что это? Возможно, Крис? Так, Джилл, ты идешь? Я тоже пойду с тобой. Крис мой старый напарник. Хорошо, но командую здесь я. Будьте осторожны. Столовая. Черт, что это? Что это? Кровь. Джилл, посмотри тут, может еще что найдешь, а я пока этим займусь. Надеюсь, это не кровь Криса.
Бэри? Что это? Берегись, это монстр! Дай-ка я сам с ним разберусь. Мать твою! Кеннета тоже убили. Возможно, это существо. Ладно, давай сообщим об этом Вескеру. Вескер! Помоги мне найти его. Давай поищем его здесь. Что-нибудь нашла, Джилл? Ничего. В чем же здесь дело? Ничего не понимаю. Я тоже. Теперь Вескер исчез. Не понимаю, что происходит. Ладно, ничего тут не поделаешь. Давай искать его по отдельности. Я пойду еще раз смотрю столовую. Хорошо. Я попробую пойти в ту дверь напротив. Этот особняк просто гигантских размеров. Мы можем влипнуть в неприятности, если потеряемся. Нужно начать с первого этажа. Согласна? И Джилл, вот отмычка. Может пригодиться для открывания замков. В общем, возьми ее с собой. Спасибо, может пригодиться. Слушай, если что-нибудь случится, встречаемся в холле. На этот раз я приду. Что происходит? Джилл? Это ты, Джилл? Что случилось? Бэри, помоги мне открыть дверь. Быстрее! Джилл, отойди от двери. Я ее сейчас выбью. Быстрее, сюда. Если бы тебя раздавило, у нас бы был Джилл-сэндвич. Ты прав. Барри, спасибо за то, что ты спас мне жизнь.
Но, Барри, ты не мог бы вернуться в столовую и осмотреть ее? Как ты здесь оказался? Хм. Нужно было кое-что проверить. Так, давай вернемся к поискам капитана и Криса. Спасибо. Да-да. Вескер, Джилл! Что случилось с Джилл и Вескером? Ой! Что это? Что это? О, нет! Извини, я не хотела! Ха! Ты, наверное, из команды Браво. Да, меня зовут Ребекка. Ребекка Чемберс. Я новобранец. Пришла в подразделение Браво лишь месяц назад. Извини, ради бога, с тобой все в порядке? Да. Я Крис Редфилд из подразделения Альфа. Здесь есть кто-нибудь из подразделения Браво? Видишь ли, поскольку вертолет совершил вынужденную посадку, я просто побежала к этому дому. Но я... Понятно. Тебе больше ничего не оставалось делать. Так точно, сэр. Но что странно, я совсем недавно проводила профилактику вертолета, а в полете что-то оказалось неладно с двигателем. Это странно, поскольку полет был довольно коротким. Интересно, удалось ли остальным? Так что же мне делать теперь? Если ты собираешься отправиться на поиски остальных, как насчет того, чтобы разрешить мне пойти с тобой? Хорошо, идем. Есть, сэр. Буду стараться изо всех сил. Мне нужно кое-что подготовить. Хочешь пойти вперед? Это я, Крис. Это ты, Ребекка? Стоп. А, это же лунная соната. Ты умеешь играть? Thank you.
Подожди-ка, что это? В моем исполнении звучит немного необычно. Крис, могу я потренироваться немного? Хорошо, просто расслабься и играй. Хорошо. Берри! Джилл, что происходит? Нашла что-нибудь? Нет, но в этом доме происходит что-то странное. Да, этот холл опасен. Может, сначала найдем выход отсюда? Здесь где-то должен быть черный ход. Давай попробуем найти его. Хорошо, идем отдельно. Подожди! Я кое-что нашел. Что это? Это оружие. Очень мощное, особенно против живых существ. Возьми его. А как же ты, Берри? У меня есть вот это. Спасибо. Тогда я это возьму.
Крис! Крис! Тебе... Тебе нравится? Это было просто великолепно! Что это? Ричард, что случилось? О, Джилл, здесь очень опасно. Здесь полно ужасных демонов. Уходи! Ты ранен. Как это случилось? Это была огромная ядовитая змея. Ядовитая? О, нет. Ричард, держись. У тебя есть сыворотка? О, нет. Надо было взять с собой. Нет проблем. Сейчас принесу. Спасибо. Вот сыворотка. Ричард, держись. Сейчас я сделаю тебе укол. Джилл, вот моя рация. Возьми ее, я... Нет, Ричард! Джилл, будь осторожна. Будь осторожна.
Я отравлена. Мне нужна сыворотка.
Ребекка, нет, это бесполезно. Корень всего этого находится в подвале. Ты можешь... Крис! Возьми с собой эту папку и по рецепту оттуда приготовь смесь и уничтожь корень. Ребекка, пожалуйста.
Ах, не могу поверить в это. Ты в порядке? Да. Наконец-то мы добрались до этого корня. Я снова спасен. Я просто... Правда. Спасибо. Ты бы сделал для меня то же самое, правда? Это однозначно. Кстати, Крис, это рация Ричарда. Я получила сигнал от Брэда недавно. Он все еще летает где-то вокруг. Он, видимо, не слышит нас. Возможно, его рация сломана. Понял. Я возьму ее себе. Мы должны каким-нибудь образом подать сигнал Брэду, что мы здесь. Я думаю, у меня получится кое-что приготовить в фармацевтической комнате, которую я недавно обнаружила. Я рада, что с тобой все в порядке. В этой комнате есть все необходимые медикаменты. Я могу обработать твои раны, кроме самой большой. Хочешь? Да, пожалуйста, сделай что-нибудь, хотя бы на время. Oh my. Большинство лекарств сделано в Амбрелле. Что за Амбрелла? Ты не знаешь? Это крупная фармацевтическая компания, которая находится в Ракун-Сити. А, понятно. Вескер! Крис, ты жив? Я собирался сказать то же самое. Где Джилл? Разве она не с тобой? Мне очень жаль. На нас напало странное чудовище. Я потерял ее из виду, пока мы боролись. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Понятно. Это не твоя вина. Это какой-то сумасшедший дом. Если мы останемся здесь, в конце концов нас всех убьют. Что нам делать, Вескер? Мы должны выполнить это задание. Независимо от того, будем ли мы прорываться к выходу или останемся искать остальных, у нас осталось мало боеприпасов. Мы даже не можем защитить себя. Мы влипли. Крис, в этом доме много запертых комнат. Проверь их еще раз. Здесь должно быть какое-нибудь место, где можно надежно укрыться. Я пойду еще немного посмотрю по дому. Окей. Поехали. Это Брэд. Я понимаю, что вы не можете мне ответить. Подайте мне какой-нибудь знак. Это Крис! Брэд! Ты слышишь меня? Черт!
Энрико! Не подходи ближе, Крис. Подожди, что случилось? Переступи дважды. Don't! Черт! Амбрелла! Кто это? Здесь есть кто-нибудь? Переступить дважды? Что он имел в виду?
Thank you.
Крис! Джилл! Крис, Вискер... Я знаю! Черт, не открывается! Джилл, подожди! Я спасу тебя! Хорошо, жду! Ребекка, ты жива? Я увидела тебя в саду. Наконец-то я тебя догнала. Ну, я рад, что ты в порядке. Больше не ходи одна. Есть, сэр. Крис, как мой подчиненный, ты слишком одарен. Я бы никогда не стал работать на такую компанию, как Umbrella. А ты, Вескер, раньше работал на Umbrella. Ты о чем? О том, что ты агент Umbrella. И предал отряд Старс. Ты не прав. Я действительно раньше работал на Umbrella, да. Но сейчас я готов пойти на все. Даже на уничтожение бдительного отряда Старс. Произошло худшее из того, что могло произойти. В результате неудачного эксперимента возник вирус. Биологическое оружие, которое поразило всю лабораторию. Да нет, худшее, что произошло, это то, что появился вирус Тиран, из-за которого я потерял членов своего подразделения. Ты убил их своими руками. Не ты ли убил Энрико? Правда? Да, вот так. Ребекка! Стой! Если двинешься, я убью тебя, Крис. Да, я хочу тебе кое-что показать. Давай. Это? Совершенно точно. Это совершенная форма жизни. Тиран. Крис? Да замолчи ты. Вескер, мне жаль тебя. Это твой спаситель? Ты сохранил это убожество? Это твой спаситель? Можешь убедиться сам, убожество Тиран или нет. Ко всем чертям. Джилл присоединится к тебе. Что? Не сюда! Нет! Т-1000!
Тебе меня не убить! Ого! Ого! Кажется, этот бронежилет достаточно прочный. Это точно. А что об этом думает капитан Вескер? Он сдох вместе с совершенным убожеством. Торопись, нам нужно уходить отсюда. Постой, Крис! Что, Ребекка? Я видела папку с документами в этой лаборатории. Там говорится, что значительная часть материалов по вирусу «Тиран» находится здесь. Мы должны взорвать этот дом. Мы уже думали об этом. Ребекка, ты можешь это сделать? Так точно, сэр. Я включу систему самоуничтожения. Отлично! Теперь у нас есть шанс выбраться отсюда. Увидимся снаружи. Джилл, извини, что заставил тебя ждать. Крис! Тебе можно доверять. Пойдем, нечего здесь торчать. Пойдем дальше. Пошли.
Это Брэд. У меня кончается горючее. Если здесь есть кто-нибудь живой, свяжитесь со мной. Это Брэд. У меня кончается горючее. Если здесь кто-нибудь... До взрыва осталось 3 минуты. Получилось! Я включил систему самоуничтожения. Отлично! Ребекка! Брэд наверху, в вертолете. Смотри, что за чудовище! Позволь, я займусь им. Но... Крис, свяжись с Брэдом быстрее. Окей. Крис, используй это. Бей чудовищ с помощью этого.